наш сегодняшний, для кого-то тяжелый, для кого-то не очень день. Девочки стоят, улыбаются. Но однозначно он был волнительный для всех. Для нас, для вас и для них в первую очередь. С вами работать. Вот. Но я хочу выделить три особенные девочки, которые не пропустили практически ни одной репетиции, несмотря на то, что было тяжело, не было времени, но они приходили, они не пропустили ни одного мастер-класса. Сейчас я отдам микрофон. Вот. Это Милана, это Виктория, Диана. Спасибо вам. Аплодисменты и подарки от организатора конкурса. Деньги. Да, можно разложить цветы даже сейчас, девочка. А сейчас еще одно поздравление для девочек от Татьяны Новожениной. Личные подарки, изготовленные собственными руками. Это двор. Понимаю, как вы сейчас волнуетесь. Знаю, потому что работаю с такими вот подрастающими, талантливыми. Хочу особенно выделить сегодня самых молодых, потому что им намного сложнее оценивать себя, свои возможности. Но вы знаете, очень здорово, что вы сделали этот шаг, потому что начали вовремя, добьетесь высоких вершин, и ваша жизнь будет очень увлекательной, а это дорого стоит. Поэтому сейчас выделю двух девчонок, Милана и Диана, самые молоденькие, я знаю. Мне очень приятно, что вы еще оказались не настолько упорной, настойчивой, трудолюбивой. А потом я подожду еще результат жюри и остальные подарки подарю в конце. Замечательно! Принимайте, девочки, подарки с благодарностью. Еще раз добрый вечер, девушки. Вы все очень замечательные, очень талантливые, очень красивые у вас. Вы очень перспективные. Двигайтесь в этом направлении, развивайте движение за красоту, за счастье, за любовь, за верность и так далее. Я хочу передать Веронике. Это было поручено мне от Ассоциации «Планета женщин». Из Санкт-Петербурга пришла вот такая кукла, это талисман, миссис Санкт-Петербург, миссис России 2015 года, Катя Кермель. Это мама шестерых детей, она сегодня лицо футбольного клуба «Барселона», она эксперт на Первом канале во многих передачах и очень востребованный человек, она, кроме того, лицо Санкт-Петербургского института красоты. И она попросила меня передать эту куклу, ее талисман, чтобы этот талисман помог на высоких подиумах. Веронике, пятый номер. Это вам. Вероника, Сенкевич. Вероника Сенкевич. Для вручения награды «Мисс Стиль» на сцену приглашается Ксения Антонова. У нас получает номер один Ангелина Миссура. Ангелина Миссура! Поздравляем! Удачи! Итак, следующий... Следующий победитель в номинации... Ксения Антонова не отходит, еще не уходит. Да. Следующий победитель в номинации «Мисс Фитнес» получает Кристина. Делайте шаг вперед, когда вас называют. Александр Картози приглашается для следующей номинации. И номинация «Мисс Нежность 2018». И победителем в этой номинации стала Яна Орехнева, номер 8. Следующая номинация «Мисс Грация». Ее вручает Анатолий Эйн, и победительницей становится Лаура
мисс-модель вручает Екатерина Печенкина. И мисс-модель у нас номер 9 Диана Якобсон. Аплодисменты поддерживаем девушек своими аплодисментами. И сейчас вручает, опять-таки, член жюри Анатолий Эйн вручает приз за лучший талант. И лучшим талантом сегодняшнего конкурса, по мнению жюри, была признана Елизавета Лынник, номер 4. Аплодисменты Елизавете. А следующая наша победительница в номинации «Мисс Фотогеничность 2018». И ее вручает Владимир Бачу. А вручает он кому? Милана Зюзина! Аплодисменты! А сейчас Анжела Котляревски вручает премию «Мисс Любимица Публики». Мисс Любимица Публики стала Кристина Мельник, номер 2. Ну что ж, пока у нас ленточка голубого цвета ляжет на плечи победительницы, зал просто ревет в восторге. И мы называем Елену Варик. И второй вице-мисс «Весна 2018» признана Елизавета Рыбакова, номер 6. А сейчас приглашается Тина Янсен для вручения приза первой вице-мисс «Весна 2018». И ею становится Виктория Фандей! Подарки от наших сегодняшних спонсоров. От родных и близких. Весна 2018. А сейчас главная интрига. Узнаем, кто же в этом сезоне все-таки победил. Мисс Келлард 2018. Мисс Весна 2018. Номер 5. Вероника Сенкевич. И я обещаю, что нашим телезрителям мы будем давать, как всегда, только ценные и модные советы. И уже в следующем году мы отправимся на юбилейный конкурс красоты «Мисс Келлард 2019». Ну а сейчас, как всегда, у традиции модные и стильные пожелания. Главное счастье, а счастье – это вечность, которая длится маленькое мгновение. Это мгновение проводите вместе с нами и в прекрасном окружении. И, конечно, с программой «Стиль жизни». До встречи в новых сюжетах. Пока!